Сергею Шакурову 80, о себе он говорит так: «Когда я влюбляюсь, хочется что-то изобретать, совершать какие-то поступки, мир перевернуть ради женщины». Далеко не красавец, Сергей Шакуров каким-то магнетическим образом притягивал к себе представительниц прекрасного пола. Умный, пронзительный взгляд актера, какой-то внутренний, никому невидимый, но ощущаемый огонек, невероятно обаятельная улыбка и завораживающий тембр голоса всегда были козырем в его отношениях с женщинами. Уже в молодые годы он подкупал красавиц своим неуемным темпераментом и очаровывая природной скромностью. Он трижды женат, жены первые две актрисы, а третья театральный менеджер, и все его браки начинались со служебных романов. Шакуров имеет детей в разных браках, но в силу своего упрямства он долгое время не хотел снова становиться отцом. Сдерживали неудачи в прошлых отношениях. Пока однажды к нему не пришло понимание, что так нельзя. Шакурову приписывали в любовнице многих знаменитых актрис, да, практически всех, с кем он снимался в кино. Но были и настоящие отношения. Сергей Шакуров – москвич, родился в татаро-русской семье в 1942 году в новогоднюю ночь 1 января. Отец Каюм Шакуров – профессиональный охотник, у него была псарня на 16 собак. Дома его почти не видели, он постоянно был в отъезде. Мама Ольга Щеглова занималась домом и хозяйством. Сергей – четвертый ребенок в семье, самый младший. По его воспоминаниям, отца они почти дома не видели из-за специфики его работы. А мама им не занималась, не ругала за прогулы и двойки, он умудрялся даже дважды оставаться на второй год в школе. Одним словом, он рос и был предоставлен сам себе, родители его вниманием совсем не баловали. Сережа был довольно задиристым парнем, часто ввязывался в споры с мальчишками и играл в футбол. В детстве он занимался акробатикой, получив впоследствии мастера спорта. А также его очень увлекал драм-кружок, в который он попал в 7 классе. И именно это увлечение послужило толчком к тому, чтобы поступить в актерский вуз. Сначала в 1981 году он поступил в школу-студию при Центральном детском театре, а по окончании начал работать в театре на Малой Бронной. Затем сменил еще несколько театров, в итоге сейчас актер Московского театра юного зрителя. В кино Сергей Шакуров дебютировал в 1966 году, снявшись сразу в главной роли в фильме Манаса Захариса за главным названием «Я солдат, мама». В столь молодом возрасте ему удалось великолепно вжиться в образ и донести зрителю главную идею фильма. Хотя о кинематографе Шакуров говорит так: «В кино я валяю дурака. Для меня сам кинопроцесс – это просто хобби. К нему я серьезно не отношусь, хоть и делаю порой серьезные вещи. Театр – вот настоящая работа». И хоть при столь несерьезном отношении к кино в год всегда выходило по нескольку фильмов с его участием. А в своей копилке фильмографии Шакуров насчитывает 145 работ. А вот настоящая популярность и слава пришла к нему с фильмом Никиты Михалкова под названием «Свой среди чужих, чужой среди своих» еще в далеком 1974 году. Сергей Шакуров с юности был влюбчивым парнем. Идеалист по натуре, он всю жизнь искал ту самую идеальную спутницу жизни. Несмотря на то, что женщин у него было много, актер никогда этим не хвастался, хотя всегда обобщенно говорил, что его женщины были просто великолепны. Еще в школе он был влюблен в некую Лену, ради которой пытался даже учиться. А это, надо отметить, было настоящим подвигом для него, так как учеба давалась ему крайне тяжело. Но по-настоящему впервые он влюбился в студенческие годы. Тогда вниманием прекрасной половины молодой парень обделен не был. Но его избранницей стала некая Наташа Оленева, коллега по театральной сцене. Стремительно вспыхнувший роман привел к свадьбе, а потом и к рождению сына.
Этот брак продлился 15 лет, и надо сказать, что для студенческого брака довольно немало. Но семейная жизнь у пары не заладилась, и главным образом по причине соблазнов, которые подстерегали актера на каждом углу. Вокруг него было много красивых женщин, многих из которых завоевать не составляло труда. Шакурову приписывали романы с Галиной Беляевой, с Натальей Гундаревой, а также с Еленой Кореневой и Натальей Андрейченко. Много разговора было о его связи с молодой и красивой актрисой Ларисой Удовиченко. Были и вообще придуманы романы, так как в закулисье любили посудачить на подобные темы. Но были и настоящие. Одним из таких романов был роман с Ларисой Гузеевой. Между ними была действительно большая любовь. Причем Лариса тогда была еще только начинающей актрисой, а Сергей Шакуров послужил своего рода кораблем, который отправил ее в удачное плавание по волнам кинематографа. Это именно он попросил Эльдара Рязанова взять на главную роль Ларису Гузееву в фильм под названием «Жестокий романс». И сам он также должен был сниматься в главной роли, но в последний момент сделал выбор в пользу театра, так как всегда считал эту работу приоритетной. А его заменили Никитой Михалковым. К женитьбе любовный роман между Шакуровым и Гузеевой не привел. Но вот с женой Сергей все-таки расстался. Крепкой семьи не сложилось. Романы на съемках, романы в театре, поэтому рано или поздно им все равно пришлось бы расстаться. Второй супругой Шакурова тоже стала актриса, но почти на 20 лет младше него. Татьяна Кочемасова очень приглянулась Сергею, а он привык добиваться того, чего желает, так как по своей натуре довольно целеустремленный человек. Их роман был непродолжительным. Вскоре он позвал Татьяну под венец, но торжества как такового не было. Просто скромная роспись. Поначалу Сергей Шакуров ревновал молодую жену, так как и сам заглядывался на сторону. И на этой почве в семье стали происходить частые конфликты. О себе Шакуров говорит так: «Я взрывной, часто бываю грубым и даже жестоким». У пары родилась дочь Ольга. Татьяна и Сергей вскоре расстались из-за измен с обеих сторон. Их брак продлился почти 10 лет. Шакуров вновь стал завидным женихом. И как только об этом он случайно проронил слово в одном из своих интервью, претенденток увеличилось в разы. Но Сергей не спешил. И третьей избранницей Шакурова стала Екатерина Бабалова. Теперь уже разница в возрасте составила в 30 лет. Она театральный менеджер. Их знакомство началось с совместной работы над одним из театральных проектов. Очаровательная кареглазая брюнетка родилась и выросла в Москве в семье известного армянского бизнесмена. Она приняла ухаживание Шакурова, и их вовсе не смущала такая разница в возрасте. Они поженились, но Сергей не хотел детей, а потом, через несколько лет, он вдруг осознал, что ведет себя все-таки как настоящий эгоист, потому как для Кати это был первый брак, и детей у нее не было, а ей хотелось, как любой женщине, состояться в полной мере. Тогда у них наконец-то появился сын Марат в 2004 году, о чем Сергей теперь ничуть не жалеет, наоборот, очень рад, но хочет, чтобы Марат не связывал свою судьбу с актерством. Старший сын Сергея Шакурова, Иван, родившийся в 1969 году, окончил факультет международной журналистики МГУ. Иван стал фотохудожником и путешественником. Он снимает документальные фильмы, работает также как издатель и продюсер. Успешные выставки фотомастера проходят в разных городах страны, а также он организовывает интересные тревел-проекты. Дочь Шакурова, Ольга, родившаяся в 1986 году от второго брака, окончила Московский институт коммерции и права. Кстати, ее нарекли в честь мамы Сергея, Ольгой. Она вышла замуж и подарила отцу двух прекрасных внуков – Михаила и Анастасию. Сейчас она полностью посвящает себя детям, а вот с мужем они расстались из-за сложных отношений. И случалось, что тот поднимал на нее не единожды руку. Тогда в прессе была информация, когда после развода муж Ольги хотел похитить их детей. Сергей переживает за дочь, так как очень ее любит.
Сейчас Сергей Шакуров с женой живут вместе вот уже почти 20 лет и разводиться не собираются. Более того, Шакуров уверен в том, что третья попытка стать счастливым на 100% увенчалась успехом. Они прекрасно понимают друг друга с женой, смотрят в одном направлении по жизни и курс не меняют. Несмотря на свой, казалось бы, почти преклонный возраст, артист ведет невероятно активный образ жизни. Занимается плаванием 3 раза в неделю, утренним бегом, а также в обязательном порядке каждое утро поет вместе с сыном. Причем вокалом он занимается с большим увлечением, с педагогом на протяжении вот уже нескольких лет. Так что и мы пожелаем крепкого здоровья на долгие лета талантливому актеру и просто хорошему человеку Сергею Каюмовичу Шакурову, а также обязательно творческих успехов на театральном поприще.